Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это новый Человек-паук 2. Мы продолжаем. У нас следующий эпизод, 8-й вроде как. Давайте глянем, что у нас там. Посмотрим, будем двигаться по сюжетному заданию. Плюс я вкачиваю постепенно уже атакующую ветвь прокачки, поэтому дальше все должно быть проще, быстрее, эффективнее и эффектнее. Ну что у нас тут? Так. Только успокоишь одного маньяка, как на его место уже лезет тысяча. Классная работенка, да? По сравнению с Электро и Гоблином, эти хулиганы детский лепет. Скоро на улицах будет спокойно, а потом я смогу недельку-другую отдохнуть. Так-так, не хочу тебя расстраивать, но у тебя есть проблемы похуже, чем съехавшие с катушек бандиты. Только не говори, что это совсем съехавшие с катушек бандиты. А, нет. Информатор говорит, что во время нападения Электро на Оскорб кто-то украл экспериментальную броню под кодовым названием «Носорог». Говорят, что броня бандитов, по сравнению с ней, просто бумага. Ого, в Оскорб, да что только и занимаются тем, что клепают броню для сил зла? Чем дальше? Что дальше? Ужасный тостер? Разрушительный пылесос? А где эта броня? Не знаю, но поверь, ты сразу ее узнаешь, как увидишь. Удачи, паук. Так, я вообще-то нашел кошку. Уже две кошки. Эй, паук, помнишь меня? Это твой старый приятель Алексей. Я тебе задолжал пару хороших затрещин. О, нет, Алексей. Когда тебя отпустили? Адвокаты Крейвена помогли мне выйти побыстрее за хорошее поведение. Забавно, но хороший адвокат может тебя вытащить из-под ареста только за то, что тебя повязал какой-то костюмированный самозванец. Жаль, что ты израсходовал впустую свою бонусную карточку выхода из тюрьмы. Второго шанса у тебя не будет. Посмотрим. Вполне возможно, что сейчас я сотру тебя в порошок. Так. Во. Нормально. Нормальная фотка вот эта вот, да? Вот так вот. Пойдет. Для редакции. Черт, ты гонишь. Ого. И назад. Назад! Слушайте, а он серьезный тип. Определенно, с такой-то броней-то. Тихо, тихо, да как ж так-то? Я же вроде отошел. Что он делает? Ты что делать собрался? Тихо. Ага. Носорог! Да как ж мне увернуться-то от этого удара? Отобью рог нафиг. Так. Но я не успеваю провести свою убойную атаку. Да вы гоните, что ли? Ни паутина, ничего, нифига. Никс. Куда? Пойдет. О, сейчас он опять стрелять будет. Ну, чё делать собрался? Отбиваем урок! Вот зараза, а! Всё-таки попал еще в меня.
У него определенно радиус атаки больше, чем он выглядит. Но я как бы тоже красавчик. Неплохой урон наношу. А его клинит. Не такая уж и совершенная модель. Что он делает? А, он спину выпрямляет, походу. Ех, ех. Ну, давай бей! Да ты гонишь. Ты как ж... Как ж так-то, а? Блин, я там, походу, дырявый уже бегать должен. Есть, да? Ой, здорово. Чё делаем-то? Вау. Это то, что не попало в фильм, да? Финальный... А это кто такой еще? Зашибись, а. Ой, блин. Разбейте толпу лакеев Фрино. Да ладно. Уходи! Толпу лакеев Фрино. Стараюсь. Стараюсь. Да ну! Хикс. Зараза! Слушайте, я вроде вкачивал сопротивление удару, а что-то как-то нифига. Ну, все, остался один. Что вот с Рино делать мне? Да вы что, гоните? Откуда вас столько? Тихо, тихо. Обалдеть, это ж надо же! Так, стойте, навыки, срочно! Где там этот, Во, урон еще увеличим. Здорово, что там у нас? Атака в супер режиме. Блин, ну ладно. Угу. Здорово! Обей его! Ну и так пойдет. Нет, вы гляньте, а? Это что, это бесконечно, что ли, будет? Или мне надо что-то сделать? По всей видимости, надо что-то мне сделать. Иначе, я не знаю, иначе так они будут прибывать, а я все так и буду огребать. Что происходит? Есть! Бедный Нью-Йорк, а? Такой дурдом творится, я вообще в шоке. Че он вытерпел? Ну че, рукопаш? Ну давай на кулаках! Ух ты! Да ладно! Паутинь! Паутинь! Ты чё не бежишь? А, вон! Ого!
Это типа я такой урон нанес обалденный. Нормально так. Дети камни раньше были. О! А, теперь забиваем. Ну, в принципе, не так-то уж у него и много здоровья. А, нет. Много. Блин, а. Где он? Ух ты ж. Он что, телепортируется, что ли? Я... Караул! Бегает от здания к зданию. Ну чё? Каков план? Блин, а? Он мне сейчас точно все пятки поотстреливает. Давай, давай, беги. Господи, уан, появились эти глыбы. Господи, а. Давай, паучок, беги, пока не стало поздно. О, и давай еще один. Все. Не дурно. Надо не до конца это комбо делать, чтобы наносить максимально возможную руку. Да ты! Господи, вот где вот он? Ой, ё-моё, уже там, а? У них какие-то у всех запредельные показатели скорости у бандитов и злодеев тут. Это просто обалдеть. По идее, паучок должен быть самым шустрым, но тут это как бы вовсе не так. Определенно. Но ему уже хорошо, его клинит. Кулаки разминает. Рогатый! Ой! О! Круги наматываем. Весьма недурно. Давай, погнали. Слушайте, он сам под себя, что ли, жарит огнеметом? Ну, уходи! О, чуть-чуть не хватило, а? Ой, ой, ой! Обратно. Ну, где ты там? Прямо из воздуха появляется, буквально. Обалденный бой. Ровно как и босс, уже обратно бежит. Рогатый, ты там как вообще, в порядке? Да что ж такое, я застреваю? Где камни? Вот они. Ладно. Допустимый урон. Допустимый. Чё у него со здоровьем? Он трясется весь. Ага. Все. Это нечестно! Я сильнее тебя! Я быстрее тебя! Почему ты не умираешь? Броня сделала тебя сильнее и быстрее, но даже лучшие умы Оскорб не смогут починить твои мозги. Ты тупее ведра с болтами. Заткнись, дурак! Как грубо.
Нет! Я не дам тебе побить меня еще раз! А мне это и не нужно, тебе вполне неплохо удержит та консервная банка. Я этого не забуду, паук. Я выйду из тюрьмы, и тогда тебе крышка! Пустые обещания. Наслаждайся отдыхом. Говорят, в тюремной столовке неплохо кормят. Молодец, паук. В какой-то момент мне показалось, что это конец, но ты хорошо его проучил. Идиот, пусть он даже в экспериментальной супер-броне, все равно остается идиотом. Я удивлен, что Алексей догадался, как запустить эту штуку. После боя тебе надо немного отдохнуть, а с меня еще причитается за тот раз, когда я заманил тебя в ловушку. Из-за тебя тогда чуть не сделали образец. Как насчет ужина? Возьмем что-нибудь, залезем на верхушку Empire State, там отличный вид. Ужин подождет. Я успокоил носорога, но учитывая то, что творится в городе, у меня еще много работы. И как только возникнет новая угроза, новый Человек-паук всегда придет на помощь. Все. Задание выполнено. 8-й эпизод завершен. 6000 очков получил. Круто. И это, друзья, был последний эпизод. Это был финал у нас. Вот, в общем, как-то так. Вот такие вот у нас вот тут истории развивались. Но, по сути, наш главный герой как бы, хоть и победил всех злодеев, но потерпел сокрушительный провал в том плане, что он не разобрался с главным злодеем, а именно с местным курьером, который сбивает машины, травмирует людей, выбрасывает их из окна. Всегда неуловимый, всегда вездесущий. И нам его, видимо, никогда не поймать, никогда не найти. Но, может быть, как-нибудь в другой раз посмотрим. Ну ладно, друзья, давайте-ка закончим тут и встретимся уже, надеюсь, в другой не менее... надеюсь, более даже интересной и захватывающей видеоигре про Человека-паука. Ссылка на плейлист группу ВК, Facebook, Twitter, а также на другие прохождения, связанные с Человеком-пауком, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.